Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. И как ты мог заметить, у меня Беззубик получил вот такую вот, ребята, форму. А знаете почему? Потому что я его сделал титаном, отправил на обучение к Валки, и вот таким вот он стал. Теперь я хочу, чтобы у меня стал крутым водорез. Для этого нам нужно, чтобы совпала вот эта вот оранжевая линия вот с этим зубом. Попробуем. С первой попытки, друзья мои. И какой же он станет у нас? Ёлки-палки. Титан-водорез. Египетский ты фараон. Ты посмотри, какой крутой он стал. Ёпарасоте. Вот это я понимаю. Вот это вот приятные новости. Так, смотри внимательно. У нас водорез 52 уровня, да? Беззубик тоже 52. О, кстати. Древесина, рыба. Древесина и рыба. Ну что ж так кисленько-то, а? Беззубик, ну что ж ты. Так, теперь я хочу Громельку. Громельку, ребята. Так, ну что, отправим на обучение. Блин, а у меня не хватает древесины, к сожалению, пока. Ладно. Давай-ка попробуем собрать вот здесь вот ресурсики, но этого мало. Так, древоруба прокачал чуть-чуть. Давай-ка мы еще его прокачаем и отправим. Блин, если я его отправлю, я всю древесину потрачу. Вот дилемма-то, а? Либо-либо. Так, ты-то у меня тоже тут прокачался, да? Громелька, сарделечка. 28 уровень. 28. Так, а ты что у меня тут сидишь? Вот тебя-то... Подожди-ка. Я немножко, ребят, запутался. Кого-то я хотел прокачать. Так, ну ты-то пойдешь за древесиной, это однозначно. Древоруб пока тоже полетит за древесиной. Так, принцесса огнеедов тоже пойдет. Так, ты мне принес рыбку. Так, ветрокрыл имеет 22 уровень. Вот как раз я его хотел, по-моему, прокачать до 24 уровня, чтобы я смог его дальше потом прокачивать. Так, водорез. Вперед-ка, наверное, за древесиной. Так, что у нас тут с яйцом? Я могу вот это открыть, но это водорез у нас. Обычный причем. А, необычный, необычный. Так, ну его мы, наверное, с тобой отпустим. И получаем всего лишь 76 тысяч рыбы. Это мало. Ага, а вот это еще будет 18 часов, ребята. Созревать, обалдеть. Так, давай тогда посмотрим, что у нас тут еще с тобой сделалось. Так, этот мне притащил немножко рыбы. Тоже немножко рыбы здесь. Рыбку, да, принесли мне. Так, вот это я, ребята, забираю. Я убирал камни, делал расчистку, так сказать, себе здесь. Все, что ли? Да быть такого не может. Сколько стоит у нас? Почти 2 миллиона, ребята, чтобы убрать вот эти камни. Ценник, конечно, заоблачный. Ну, а что поделаешь? Ладно, давай мы с тобой откроем пак бесплатный. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, понятно, монетки Одина. А вот что дальше? Престиголов, душитель, водорез. Блин, как он классно выглядит. И пошли у нас с тобой ресурсы, да? Так, шестеренка и руночки. Так, ребят, предлагаю еще глянуть на один пак. Монеты Одина. Забираем, естественно, с тобой их. И смотрим, что нам здесь. Я хочу, чтобы выпала... Вот, древесина мне нужна. Ее очень много надо. А мне ее дали мало. Так, вы... Да, я хочу отказаться. Что у нас? Зеленая смерть притащила? Понятно. Не особо, конечно, хорошие награды. Так. Вот эти камни тоже, ребята, надо как-то убрать. Но необходимо больше количества викингов. А где я тебе их возьму столько? Опачки, мостик, ребята, мы еще с вами сделали. Так, восстановите мост в тени Тора. И я его сделал. Так, вот это удаляем. Ага, а здесь за древесину все нужно. Ну, зато будет новая территория, как ты понимаешь. Так, здесь тоже убираем. Расчистили. А сколько этот мост стоит, а? Оу, 2200 нужно викингов. Нифига себе. Так, ну эту древесину мы с тобой сейчас уберем.
Так, давай-ка сюда зайдем. Обмен. Блестящий янтарь. А еще есть у нас? Нету. Тусклого янтаря больше, к сожалению, нету. И вот что нужно, ребята, сделать. Улучшить. Для этого нужно почти 10 миллионов древесины. Я совсем забыл, что кораблик этот можно улучшить. Не знаю, конечно, что будет давать нам улучшение. Но вот когда улучшим, тогда и узнаем. Так, а здесь я забираю награды. Так, 50 якнога. И еще 50 якнога. Отлично. Так, а что это вы у меня тут стоите, прохлаждаетесь? Мы, наверное... Ладно, давай сделаем вот так. Обучать я его пока не буду, ребята, да? Пускай он летит в приключение. Удачной тебе дороги. Так, барс и вепрь. Наверное, тоже мы его отправим в приключение. Вот так вот. Пускай летит. А эти у меня тут сидят и ждут. Давай, бесплатно. Так. Изучите яйцо. Бесплатно. Все. Всех отправили. Так, погоди-ка. Ага, фурия же еще осталась. Ну-ка. Рыба, бревна. А, кстати, мне нужно, ребята, это яйцо. Мне оно нужно. Это же у нас кипятильник, насколько я помню. Да ядрен батон, оно будет выводиться теперь 30 лет. Погоди секундочку. Погоди секундочку, разве это кипятильник? По-моему, да. Я собирался вот найти едкокрыло. Сейчас, погоди секунду. Да, ребята. А-а-а, вот у нас кто в этом яйце. Я думал, что здесь кипятильник, но ничего подобного. Это у нас... Блин, а как тебя величать-то? Как тебя величать? Ну, он, короче, у нас есть, ребята. Он в ангаре, он 9 уровня, поэтому... Мы его, наверное, будем отпускать. Я другого варианта пока не вижу. Так, заберем-ка, наверное, с тобой руны. Бесплатные. Так, кстати, а где подарки, ребята, которые нам должны были дать? Я вот не вижу. Здравствуйте, приплыли. Мне должны были дать ежедневные подарки, которые мы ждали неделю. Где они, скажи-ка мне на милость. Именно для этих. Для драконьих наездников. Я что-то не понял, что это за кидалово. А, вот они, ребята, они здесь. Они у нас, ну, типа на складе. Так, забираем с тобой 150 рун. Спасибо. Так, набор жетонов. Ух ты, ареновский. Ну-ка, посмотрим. Костолом, шепот смерти, кревет. И все? Что так жиденько-то? Тусклый янтарь, 1500, пригодится. Так, что у нас еще тут? Еще 200 рун. Ух, круто. Тусклый янтарь, 3000. Зашибись. Так, это еще не все. Новый набор карт. Ну-ка глянем. Редкий. Ёлки-палки, 450 рун. Сумка какая-то. Ракушка. Так, кувшинчик и скользкопев, ребята. Редкий. Такого у меня, по-моему, нету. Ёлки-палки, смотри, какой. В каком... Что? В наличии? У меня уже есть такой в наличии, ты серьезно? Где же у меня этот скользкопев? Давай я посмотрю. Скользкопев. Вот он, что ли, точно, ребята? Ну да. Тогда нам с тобой лучше его, наверное, отпустить. Лучше нам его отпустить. Так, отправить в ангар. Зайдем с тобой в ангар сейчас и посмотрим. И сталешип. Вот это круто, ребята. Вот это, вот такого у меня точно нету. Хе-хе-хе, эксклюзивный. Вот его-то я как раз и размещу. Вот сюда он хорошо вмещается. Напоминает мне чем-то злобного змеевика. Да? Похож на него. Так, а что ты умеешь, а, малыш? Как бы это глянуть-то? Пока никак. Так, здесь бревна забираем. И здесь тоже забираем 30 якнога. Зайдем с тобой в ангар и глянем, где у нас тут ангар.
Вот он. Значит, скользкопев. Вот этот, да? Кстати, ребята, у меня еще появился новый дракон. Вот этот вот. Дрожезуб. Вот недавно его получил. Видишь, тут есть эксклюзивный, а этот у меня редкий. Так, первого уровня. Блин, точно у меня такой? Так, секунду. Скользкопев, редкий. Теперь давай посмотрим здесь, а то сейчас уберу его и окажется, что я не прав. Да, ребята, а этот 12 уровня, так что тоже редкий. Так что из ангара мы можем с тобой спокойненько его убирать. Отпустить. 12 миллионов рыбы. Ты представляешь? 12 миллионов рыбы я получу. Слушай, мне есть резон его подождать, подержать. Знаешь почему? Потому что, когда у меня будет лохань рыбная прокачана опупенно, я эти... Хотя подожди. Ну да, в данный момент у меня только 10 миллионов вмещается рыбы. То есть 2 миллиона у меня просто улетит. А в данном случае 5 миллионов улетит в никуда. Так что предлагаю пока не спешить. Пускай он там сидит, я его могу даже не прокачивать. Пускай он будет там как резерв, да? А когда нам понадобится много рыбы, мы можем его продать. Так, что у нас тут у Валки? Откройте крепость Бокра. Вот где эта крепость? А, ну тут нужно, наверное, по-моему, уровень. Сейчас. Да, зал света до 12 уровня нужно прокачать. И тогда мы будем с тобой добывать уже сталь, металл. Так, тебе, может быть, парень, прокачать, а? Чуть-чуть. Блин, очень, ребята, много всяких видов драконов у меня. Я даже уже начинаю теряться, кого стоит прокачивать, кого не стоит. Вы говорите, Рэй, смотрите их обозначение. Ребята, чтобы каждого дракона прочитать, знаешь, сколько времени понадобится? Лучше бы вы мне подсказывали, потому что у вас, наверное, есть опыт, и вы знаете, кто лучше и кто пригодится. Например, такой-то дракон добывает больше всего, например, рыбы. Такой-то дракон добывает больше всего дерева. Этот хорош на арене, этот там еще что-то. И я уже буду по вашим советам, как говорится, дальше двигаться. Ну что, так, подожди, я сюда гляну. Так, я откажусь от этого. А вот это я, ребята, возьму. Слушай, ну мне вот этот топорик нужен. Ну так дорого стоит, не хочу, ребята, тратиться на нем. Не хочу. Так, ну что, у нас с тобой событие. Вот это вот, я его не закончил. У меня в тот раз, что там, энергия закончилась, насколько я помню. Ну что, давай продолжать. И сегодня же мы пойдем на арену. Потому что в тот раз, в прошлой серии, я был уставший, как бы мне не до арены было. Сегодня пойдем и туда, и сюда. Так, три волны у нас. Слушай, а я, по-моему, здесь не мог справиться в тот раз, да? Точно, ребята. В тот раз меня здесь разбомбили. Так, давай-ка мы начнем, наверное, с прихвостня. Ну-ка. Так. Наверное, нам лучше здесь залечить раны. Ну что ты, что ты, что ты выпендриваешься? Окей. Так, сейчас будет что-то... Блин, ужасно больной. Ну, есть. Укусил сразу же. Так, здесь мы хлянемся. Я боюсь, сейчас будет суперудар какой-нибудь. Пакостный. От этого душителя. Жалко нету, знаешь, чего у нас? Немоты. То есть, чтобы мы могли его просто заглушить и все. Блин, промахи. Пошли, ребятушки, промахи. Раз, два. Так, стоит ли нам? Наверное, не стоит. Мы его так добьем. Мы его с тобой так добьем. Ну что, переходим на вторую волну. О-о-о-о. Но здесь однозначно нужно их усыплять. Если успеем. Еще раз повторю. Если успеем. Ну что? Блин, усыплять или бомбить? Наверное, все-таки лучше усыплять. С кого бы начать атаку? С кого бы начать атаку? Ну давай вот с этого. Что, поехали? Надеюсь, все уснут. Прекрасно. Так, добьем, добьем.
Отлично. Так, теперь бы кого нам... Давай вот этого, наверное, прижучим. Хильнемся. Бомбанем. Так, он сейчас кого-то огоньком поджарит. Это однозначно. Кого только. Вот засранец. На. Так, этот очнулся, да? Ну, он не так страшен нам, на самом деле. Кого он будет кусать? Ну, понятно, у кого слабая защита, того и бомбит. Ну, здравствуйте, приплыли. Ну. Так, он сейчас опять укусит. Вот неугомонный-то, а? Добиваем. Так, друзья мои, последняя волна. Ёлки-палки, кого я тут вижу? Блин, сардельку не трогайте. Нам сейчас повезло. Кто там будет сейчас ходить? Костолом. На тебе. А он сейчас будет сардельку бомбить. 100% тебе говорю. Нет. Слушай, это интересно. Ну-ка, на тебе. Так, вот здесь вот уже интересно, ребята. Как будем действовать? Либо ставить... Давай рискнем. Просто хочу посмотреть, будут они бомбить. Ну, красавчик. Ах, ты жулик несчастный. Все равно буду костолома бомбить. Так, давай вот сардельку. Молодец ты какой, а. На тебе. Так, атакуем. Сардельку, бомби сардельку. И ты тоже. Нет. Он не то стал делать. Кусаем. Так, сюда. Молодец. Теперь мы можем их усыпить. Мы их можем усыпить. И... Да, я, пожалуй, так и сделаю. Пускай они поспят маленько, а мы будем с тобой вот этого змеевика бомбить. Упс. Проснулся. Ладно, ничего страшного. Так, тут, наверное, лучше нам подлечиться. И добить. В плане, блин. Сарделька, ты меня опять подводишь. В очередной раз ты меня уже подводишь. Так, залечиваем раны. А, это же последняя волна. Все, можно атаковать смело. Громорога, я думаю, мы здесь завалим с тобой. Так, кусаем. В плане, почему он так часто опять ходит, а? 13 уровень, я все понимаю, но это не говорит о том, что он должен ходить так часто. Кусаем. Фиолетовые драконы против синих очень хорошо подходят. А у нас с тобой синих нету. Поэтому он и разбирается очень долго. Причем у него 13 уровень. Все, ему крышка. Да, друзья мои, очень хорошо получилось. И победушка за нами. Ну что, крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадет. Древесина. Слушай, ну 7,5 миллионов это устраивает меня. Она как раз мне нужна. А здесь 8,5 лямов. Отлично. Ну что же, мы получаем с тобой еще 75 рун. Забираем. И у нас уже с тобой рун аж за 1000. Так. Ну что, поехали еще на один бой. Будем смотреть, кто здесь, что здесь и с чем едят. Не забывай, что здесь три волны. Ох, елки ты палки, громобой, скалотряс. Но зато две волны. Так, ребята, начнем, наверное, мы с вами все-таки со скалотряса. Он красный. Но это не говорит, что он... Ай-яй-яй, как он больно кусает, а? Нам его нужно как можно быстрее бомбить. Как можно быстрее. Так, ладно. Да ёпрс это. Ну, сарделька, ну. Как же так, а? Опа, я боюсь, сейчас будет суперудар. От кого только, я не знаю. А, он... Все, ребят, ничего. Спокойно, расслабляемся. Так, ты-то кого тут собрался бомбить? Жук. Ребята, в сон давай их загонять всех. Пока они будут там кемарить, мы их будем потихоньку разбирать. Первый пошел. Давай так сделаем.
оклемался. Да ты запарил уже атаковать мне, а? Захиляемся. Атака. Кусаем. Кривоклыв, ребята, по зеленым наносит отличный урон. Захиливаемся. И добить сможешь? Нет. Делаем так. А этот уже очнулся, да, я смотрю. Фаербол будет пускать, нет? Конечно же, фаербол свой вонючий пускает. Кусаем его. Раз. Бомбим. Два. Опять что ли? Понятно. Кусаем. Так, здесь мы залечим раны. Сейчас что-то опять придумает, да? Ну, понятно. Как всегда со своим фаерболом. Последняя волна. Кто у нас тут? Слушай, ну тут опасный, наверное, будет вот этот ужасный чудовище. С него и начнем. Начали. О! В сон, конечно же. Пускай отдыхает. И вот это надо было промахнуться по самому главному противнику, а? И этот еще не спит. Эй, погоди. Что за дела? Так, лечим. Хорошо, что Громорог пока спит. Кому сейчас достанется? Понятно. Так, ну что, наш шанс его уничтожить. Ну, а теперь и Древоруб. Так, тут хильнемся. И Древоруба начнем потихоньку разбирать. Потому что он сейчас, по-моему, полыхнет огнем. Так и есть. Так и есть, ребята. Ну, а ты-то куда лезешь? Вот так вот, уклонение, правильно. А мы с тобой хильнемся. Тихо, не выпендривайся. Нам, кстати, нужно будет посмотреть, каких драконов мы с тобой можем прокачать и которых нужно прокачивать. Так, Громорог, ну это фигня, Громорог это, ребят, ерунда на самом деле. Добиваем Древоруба. А здесь сделаем вот так вот. Ой, я же хотел. Ну и что ты там сделаешь? Да ничего ты не сделаешь нам. Вот так вот залечимся. Ударим. Давай вот так вот сделаем. Ну, что-то там. Хильнулся, понятно. На. Так, а мы сейчас еще с тобой вот так сделаем. Прекрасно. Сейчас-то мы его быстренько разберем. С повышенной атакой. Ух. Только песня будет. Кусаем. Все. Очередная победа за нами. Ну давай крутить. И смотрим. 1 миллион рыбы, да? Понятно. Лямчик срубили. Давай здесь. А тут 1 миллион древесины. Ну вы как специально. Вы как спелись, да? Ну что, если мы с тобой пройдем вот здесь вот битву, мы получим ареновский пак. Ну а мы попробуем. Я сдаваться не намерен. Я надеюсь, вы тоже не намерены. Так, сколько волн? 3. Блин, 3 волны. Так, естественно, лучше нам этого Вострозуба бомбить. Я думаю, да? Так, хилеться? Нет, пока не будем. Пока не время. Что он сейчас затеет? Понятно. А этот фаерболом, нет? Слушай, я думаю, фаербол будет сейчас бомбить. Нет. Ничего подобного он не делает. В сон. В сон не резон, да? Лучше мы с тобой сделаем, знаешь как? Вот так. Сейчас побежит с разбега. Этот момент своего не упустит, поверь мне. А ты бомби своего куриша. А я буду бомбить тебя. Так. Да ёпрса ты. Ну ты посмотри, а. Вот неугомонный. Давай его. Вали.
Нам бы подлечить наших бравых драконов надо. Сейчас что будет? Фаербол. Немножко странно. Я вообще-то думал, что он будет фаерболами бомбить. Но он этого не делает. Лечимся. Кусаем. Получаем. Вот он. А я-то думал, где же твой фаербол-то, а? А он тут как тут. Ну, блин, не то, вот. Кусаем. Ладно, с первой волной разобрались. Блин, вторая. Фиолетовый, да? Ну, у нас с тобой нет синих драконов, поэтому не боимся. Хотя красный тоже страдает очень, даже сильно. Давай вот так вот. Опа. Баньки. Пора всем баньки. Прекрасно. Наверное, будем пресеголового бомбить. Очнулся. Кусаем. Тут мы хильнемся. Давай-давай-давай, лечимся. И добиваем. Так, дальше, наверное, будем громобоя бомбить. Так, что он там будет делать, понятно. Удар. Два удара. Блин, сарделька слабо бьет. Так, ну что ты там. Ох, елки-палки. Как лучше сделать-то? Ну давай вот так вот. Кусай своего. Замечательно, я буду помогать. Помощник. Понятно, короче, вот эти вот промахи идиотские, меня просто бесят, вымораживают. Так, ну что, добьешь ты своего другана? Должен, по идее. Спасибо, мы подлечимся в этот момент и добьем. Громобоя, да? Переходим на последнюю волну. Здесь у нас... Ого, ого. Нифига себе, ребята. Так, нам надо уничтожать с тобой вот этого паренька. Если честно. Ха, сейчас что-то будет противное. Вот это он бомбит, ребята. Вспать. Вспаньем мы их сейчас отправим. Надеюсь. Так, слушай, нам нужно действительно вот этого разбирать в первую очередь. Красный. По зеленому будет офигенный урон наносить. Кусаем. А он очнулся. Сейчас что-то... Нет, пока терпимо. Сделаем так. Да ёпрст ты, сарделя. Ты меня просто вымораживаешь вот этим своим действием. Ну-ка давай так вот. Пускай бомбит. По своим же. Молодец, красавчик. Очнулись, да? Давай сюда. Так, может быть этого добить? Смотрим. Ой, бобо. Так. Своего, своего, пожалуйста. Ну ты-то что тут? Блин, сложные бои, ребята. Я, наверное, здесь... Нет, пока ничего не буду делать. Добьем. Блин, кого бомбить-то? Давай так сделаем. Теперь вот так. И пускай он бомбит своего же кореша. Громобоя, я уж думаю, мы как-нибудь переживем. Так, получил по щам. Еще получает. Кусаем. Все, теперь можно браться за него смело. Можно браться за него смело. Он остался один. То есть у нас больше шансов, да, его быстрее забомбить. Хотя нет. Сейчас кому-то достанется. Оу. Не зря я все-таки, да? Решил его уничтожать. Хотя хотел первым убить, а убил последним. Ну что, друзья мои, мы забираем с вами пак. А здесь нам выпадает 2,5 миллиона рыбы. Так, а здесь древесина наверняка сейчас будет, да? Они прям нога в ногу идут.
пак мне отдайте, пожалуйста, который я заслужил. Вот так вот. Забираем его. Так, если мы сейчас с тобой вот этот вот... Так, подожди. Шепот смерти, лаварык, шторморез. Если мы сейчас с тобой еще один бой пройдем, мы получим еще один пак ареновский. Это как бы в наших интересах. Но драконы становятся с каждым разом все сильнее. Тут опять три волны. Блин, ты посмотри, какие тут драконы. Ё-моё. Нам вот этого надо бомбить, по идее, друзья. Потому что если сон на всех положит, это будет плохо. И в то же время вот этого надо тоже шлепать. Костолома, я имею в виду. Ай-яй-яй. Ну что, кого? Понятно. Пока не буду тратить, я хочу их загнать в сон, друзья. О, что тут? Понятно. Вот кто бы, блин, сомневался, что ты, как всегда, промажешь, а? Баньки. Нам надо ветрокрыло уничтожить в первую очередь с тобой. Есть. Удачно. Так, тут лучше подлечить. Так, теперь кого? Душитель, наверное, будем бомбить. Ну. Так, сейчас он сходит, да? Сейчас опять что-нибудь вычудит. Нет, нормально. Терпимо, по крайней мере. Костолом. Да, он по зеленым, конечно, бомбит не по-детски. Так, минус. Тут залечим раны. Я боюсь, сейчас будет разбег. Ого. А хо-хо, не хо-хо. Ты что так... Правильно, он под усиленной атакой, ребята. Вот поэтому он так и бомбит. Сейчас убьет, наверное, да? Жестко, ребята. Это только первая волна. Мы уже с тобой сардельку лишились. Тх. Ну и как тут понимать? Сфейлились мы, короче, с тобой здесь. Просто сфейлились. Водорез уже титан, ребята. Да вы не оборзели ли, а? Случаем. Хо-хо-хо. Давай так сделаем. Попробуем. Ну, шансов на победу вообще ноль. Вот честно тебе скажу, вообще ноль. Даже если я буду здесь захилить... Не-не-не-не. Смотри, что творит. Вот этот вот засранец. Просто уничтожает тотально. Они слишком часто ходят. Тебе так не кажется? Слишком часто. Ну... Ладно, одного мы с горем пополам уничтожим. А с остальными-то что делать? Ты посмотри. Все, труба дело. Труба, ребята, дело. Блин. Как будто мне это поможет как-то, да? Не, ребят, тут надо сдаваться. Это полная чушь. Только время будем зря терять. Мне интересен тот вопрос. Можем ли мы кого-нибудь с тобой прокачать? Давай посмотрим. Так, шторморез, ты как? Понятно, 24 уровень надо, ага. Прихвостень. То же самое. Крылатый ужас. Вот. Но он сам по себе слабенький. Хотя, подожди, у него тут очень много карточек. Блин, 51 уровень нужно, прикинь. Что у нас тут? Заберем. Так, я еще не закончил. Давай смотреть дальше. Громобой защитник. 24 уровень нужен, чтобы его прокачать. Вострозуб. Тоже 24 уровень. Ужасное чудовище, 51. Шепот смерти, 51. Как ни крути, ребята, ничегошеньки не выходит. Ну а ты, Пристиголов,
24-й. Даже не могу отправить его на обучение. А он 18 уровня. Так, а что у нас тут-то с тобой? А, только лишь древесина. Кстати, давай сразу, пока не забыли, вот этот вот поставим на прокачку. Лодочка наша будет прокачиваться. И это круто. Сразу же, наверное, мы еще сделаем с тобой следующее задание. Это по оборонке. Давай-ка начнем. Потому что я потом 100% забуду. Ты прикинь, как он выглядит, да? Круто. А кто говорил, что... Ребята, вот. Дневная фурия, как ты видишь, у нее не особо сильная атака. Даже тот же самый водорез намного лучше. Все, к бою. В плане, я не понял, а кто? А, водорез у нас на обучалке стоит. Ну, давай тогда вот этого возьмем. Сейчас мы с тобой попробуем отбиться от Элвина. Нифига тут. Пропускаем. Ну, Элвин вот здесь вот. Ой, Элвин. Наш беззубик здесь быстренько разберется с этими корабликами. Давай сюда отправим. Сюда и вот сюда. Вон, смотри, как жарит. Просто. Весь флот в хламину, ребят. Так, а мы можем же еще помочь. Давай туда он. Вот и все. Вообще моментально. Так нифига себе, 638 атаки у нашего беззубика. Это абсолютный рекорд. Ну и плюс у водореза, да, 46 к атаке. Слушай, а какого мы следующего можем с тобой дракона отправить? В принципе, Громоля можем, да, ведь отправить. Там, по-моему, подходит все. Ладно, сейчас мы с тобой выйдем, посмотрим. Нам, по-моему, не хватало там древесины, кстати, точно. Для того, чтобы отправить его на обучение. Так, забираем награды. Так, не надо. Забираем. Плевак, а взгляни-ка. Что, чешуя ночной фурии? Ты что сделал с бедным беззубиком? Ничего, спасибо. Как раз такой реакции я и ожидал. Могу поспорить. Даже ты думаешь, что это настоящая чешуя, да, приятель? Роу. Угу. Что-то там подделывает все. Что-то он там подделывает. Оп, и у нас опять с собой дофигища древесины. Так, ты у нас пойдешь на обучение. Да-да-да-да. Захотел он тут избежать. Тоже пускай будет супер титаном. Так, беззубик, мы, наверное, тебя еще прокачаем чуть-чуть. Ух. Открыто новое путешествие, ребята, прикинь. Теперь можно найти сладкую смерть. Ну, я-то на этом... Нет, я на этом закончу, потому что рыбы больше не хватает. У нас нет? Нету в запасике. Вот я сижу и думаю, кого бы следующего нам прокачать. Наверное, это будет древоруб. Так, мы его вернем. Я могу его отправить? Могу, пускай идет. Качается. Так, что у нас тут? Обучите 20 драконов. Обучил. Сейчас, подожди секундочку. Что-то я хотел сделать. Так, где тут? Где мама Икинга? А, Валка, где она тут у нас находится? Ее все время теряю. Вот она. Слушай, мы можем, смотри-ка, с тобой что сделать. Расширить место в святилище. То есть мы с тобой сможем обучать больше, да? А может быть, нам здесь лучше? А, тут расширить нужно 1500. Вот так-то. Ясно. Пока не будем ничего здесь делать. Хотя, подожди. У нас проблема с рыбой. Мы можем... Нет. За 12 лямов можно, конечно, отдать. Размягчителя, да? Но тогда у нас с тобой 2 миллиона улетит в трубу. Пока потерпим. Что нам нужно здесь сделать? Давай посмотрим. Двух драконов мы прокачали. Почему двух? Погоди-ка, почему двух? Беззубик.
А, Громелька только 51-й. Понял. Потом, значит, у нас с тобой водорез. Следующим, наверное, надо... А ветрокрыл вообще Салабон у нас, да, получается? Ладно, древоруб будет следующим, да? Древоруб. А, у нас же еще кто-то в академке, ребята. Точно, в академке же. Вот. Шепот смерти мы с тобой... Ну-ка, сколько там? Ускорение стоит... Нет, я не буду тратить. Короче, мы сделаем с тобой следующим делом. Когда те ребята отучатся, мы будем прокачивать вот этих двух. Как раз шепот смерти и громобой. Хотя тут, как ты видишь, и ужасное чудовище тоже готово, в принципе, прокачаться. То есть у нас с тобой задержки есть. Так, мне сказали, что вот этот вот гроза морей очень хорошо будет собирать рыбу. То есть резон есть, да, его прокачивать. Хорошо, я учту, ребята. Так, ну пока все. Давай пойдем дальше на арену. У нас еще... Ой, на арену. Испытание, испытание. Мы еще с тобой не закончили. Так. Мы не закончили, потому что я не смог пройти. Кого менять будем? Сардельку, да, наверное, будем с тобой менять. Мы будем менять сардельку, знаешь, на кого? Шторморез, нет. Может быть, нам взять барса и вепря? Барса и вепря вместо сардельки. Вот таким вот образом. Попробуем, ребята. Вперед. Ну, это у нас последняя попытка с тобой. Сфейлимся, так сфейлимся. Ничего не поделаешь с этим. Так, фиолетовый. Фиолетовый у нас против синих. Синих здесь у нас с тобой нету. Ну что, поехали, да, наверное? Начнем вот с этого гаврика. Хотя костолом... Вы завязываете, ребята, бомбить-то? Плохо. Понизили защиту. Это вообще не есть хорошо. Ну, этот-то ладно. Этот по атаке не особо силен. Блин, опять. Сейчас кого он... Оу, ну правильно, защита тут слабая. И этот сейчас еще будет подхалимыч. Слушай, я, наверное, сделаю, знаешь что? Вот так. На тебе. Фух. Помогать будем. Так, кого ты? Блин, нам нужно залечить раны, ребята. И причем это нужно сделать очень быстро. Очень быстро. Так, давай сюда атаковать. Прекрасно. Давай, почти, ребята, уничтожил он. Хм. Блин, я боюсь, мы потеряем с тобой. Блин, ну так не хочется, а. Ладно, поехали. Сделаем так. Вот. Идеально, ребята, мы его загоняем в сон. Ну и уничтожаем, понятное дело. Так, а вот здесь вот уже будет плохо. Начнем с кого, блин? Ну, наверное, вот с этого. Понятно, как всегда, еще фиг попадешь. Только не трогайте, пожалуйста, этого мне. Кусаем. Вот, вот об этом я тебе и говорил. Вот если начнет промахиваться, все, то хоть ты тут стой, хоть падай. Наконец-то попал, аж два раза. Так, сейчас они вдвоем тут сходят. Слушай, зачем вы бьете мне это? Вы успокоитесь или нет? Они хотят уничтожить барсика мне, понимаешь? А у меня нет защиты, чтобы его защитить. И сейчас, по-моему, ему хана, да? Да. Нет, он еще живет, ребят. Он еще живет, но это ненадолго. Ага, вот
вот они что затеяли, ребята. Сейчас будет кто-то делать суперудар. И это громобой. Спасибо, что ты потратил его сюда. Так, ты кого атакуешь? Суперударом, ребята, суперударом. Жестко. Все-таки убили. Убили, ребята, моего дракончика, а, гаденыши. Надо было тратить вот эту вот штуку, ребята, на массовый сон. Я пожалел. Я пожалел. Ну вот и результат. Ладно, попробуем с тобой справиться. Тут, конечно, надо лечиться, потому что атака у нашего ветрокрыла так себе. Кусаем. А еще в конце будут боссы. Ну, такие усиленные драконы. Смотри, что творит, а. На тебе. И добиваем. Ох, елки ты палки. Да ну, вы серьезно? Вы, блин, сейчас вот это все серьезно? Вдвоем? Ну, это дело дрянь. Это дело дрянь. Сейчас будем смотреть, как тут они будут, ребята, уничтожать нас. Естественно, у них будет очень быстрая энергия восстанавливаться, как ты понимаешь, да? Это означает, что это будет сон массовый, причем от двух. Это ты хорошо сделал. Вот, вот сейчас ты сделал просто идеально. Давай вот сюда. Ать. Ай. Как больно они бомбят. Ты посмотри. Сейчас кому-то прилетит, я уже знаю кому. А нет. Ну что, друзья мои, тратим. Что ты делаешь? Не то я хотел. Ну что, влупляем. Я другого варианта, ребят, не вижу, что тут еще можно сделать. Я боюсь, этот в сон отправлять будет всех. Погнали. Так, сейчас влупит. Сейчас, ребята, влупит. Сможешь добить, а? Ветрок... Да ё-моё, этот-то в сон сейчас загонит. Вот ушастый хмырь. Ты посмотри на него, а. А этот добьет. А если не добьет, они будут разыгрывать партию. Хотя, подожди. Так а что мне это даст? Ну, ударю я его. Он мне в ответ ударит. И ударит он намного сильнее, чем я ему. Вот это что такое, ребят? Вот это вот, блин, что? Какое, блин, чертово бабушки то. Короче, трындец. Просто обрыв связи, ребят. И это на боевке. Ну, понятно, я уже не восстановлюсь. Надо будет перезаходить в игру. Бывало такое. Как вы понимаете, да? Все пошло через одно место. Эх, может быть, конечно, там, я не знаю, с чьей помощью мы могли бы одолеть дракона, хотя это вряд ли. Но обидно, прям вот слов нету, что испытание. Оно, конечно, ребята, еще у нас будет. Это понятное дело, потому что оно еще только в раннем доступе, потом оно еще и откроется. Но энергии у меня переиграть нету. Но я считаю, что, в принципе, команда неплохая. В принципе, ребят, да? Можно будет попробовать затащить. Единственное, что мне не хватает, это... груши. Чтобы я мог восстановить себе здоровье побольше. Вот это да, это как бы есть небольшой косяк. Ну что, а теперь, я думаю, мы с тобой, наверное, отправимся на арену. Да? Поехали. Так, два синих. И кто там красный? Два синих. А, фиол. Будем с тобой зарабатывать два пака вождя. Ну, на аренке пока все довольно легко и просто. Упс. Смотри, что он сделал, а?
Он влупашил. Так, слушай, Хофер, блин, вот понизили атаку и вот все теперь. Ну, что это такое? Что это за атака? Хотя мы... Нет, не буду я ничего ставить здесь. Кого он будет атаковать? Понятно. А ты? А ты вот так вот, да, значит, решил. Слушай, я даже не знаю. Давай вот этого, наверное, все-таки душители. Все-таки душители будем. Давай вот так вот сделаю я. Ай, сарделька бесявая, какая же ты, а? Какая же ты бесявая. Правильно, надо бить своих, чтоб чужие боялись. Будем потихоньку бить и этого, чтобы потом нам было с тобой проще добить сразу обоих. Угу. Так, давай своему врежь, пожалуйста. Красавчик. Так, мы его, наверное... Да, давай добьем. И ослепим. Все. Этот парень наш, душитель. То есть, ну, как ты понимаешь, довольно легкая победка получается. Добивка. Все. Сейчас остается посмотреть только, какой же мы с тобой выбьем пак здесь. Ну-ка, покажи. Обычный. Ну, а здесь, я смотрю, у нас два фиолетовых и краснуха. Конечно же, надо бить краснуху в первую очередь. Тем более, я знаю этого Громоли. Любитель раздавать фаерболы, да? Тем более, массовая атака. На трех энергиях. Как бы в наших интересах его вальнуть. Но душитель тоже бесявый. Ну-ка. Так. Слушай, мы... Нет, не будем этого делать. Блин. Барсик, как всегда. Вот они, ребята, косят с очень ужасной периодичностью. Понимаешь? На постой практически. Невозможно этого, ну, избежать. Невозможно. Так, давай мы, наверное, вот так сделаем с тобой. Добить-то сможем этого? Холупчонка, да. Так, ты кого там атаковать? Даже нисколечко не сомневался, что он пойдет на добивку. А мы будем вот так делать. Так, душителя сейчас попробуем придушить маленько. Так, выпендривается, ну. Окей. Сделаем вот так. Добей. Вот один удар попадает, второй, как всегда, промахивается, понимаешь? Сейчас кому звезданет? Посмотрим. Угу, я понял. Ну что тут, все намного проще. Делаем вот так. А этот парень нам ничего уже не сделает. Ну и мы, соответственно, с тобой его просто будем разбирать. Слушай, вот за всю игру мне давали только один эпический пак. Я хочу, чтобы еще мне разок выпал эпический, а не какой-нибудь там обычный или редкий. Ну, видишь, они меня обычными кормят. Ну, а в этой битве у нас с тобой, смотри-ка, два синих плюс зелень. Два синих плюс зелень, да? Начнем, наверное, мы с тобой с Хофера. Наверное, с него, скорее всего, да? Ох, ё! Вот это влупили, ребята. Ты посмотри. Обалдеть. Так, что мы можем с тобой сделать? Да ничего пока мы сделать не можем, абсолютно. Сейчас, мне кажется, уничтожат мне кривоклыка моего. Вот особенно этот Хофер. Раз он взялся, значит, он будет бомбить до последнего, да? А эти, естественно, подтянутся. Они не упустят такой возможности. Хотя, погоди-ка, если мы, к примеру, сделаем вот так. Добьем мы этого. Понятно. Все прекрасно мне, ребят, понятно. Добьем, говорю, вот этого. И он промахивается, как специально, ты понимаешь? Как специально он промахивается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это в кого? Так, ладно, это еще терпимо, ребят. Ну-ка, попробуем сделать так. Он второй раз ходит? Да. Что происходит?
Вот объясни мне, пожалуйста, вот как он может ходить по два раза? Заход, ну как это вообще возможно? Что это за подыгрывание, блин, а? Я не понимаю, ребят. Ну тут все, тут уже труба. Я не справлюсь с этим. Тем более он сейчас будет глушить меня. Я считаю, что это нечестно. Понимаешь? Все, проиграли. Надо мстить. Вообще, сейчас поменяю, знаешь что? Состав команды нашей. Ну-ка, где мои драконы? Короче, делаем с тобой следующее. Убираем отсюда сардельку. Вот так вот я сделаю. И хотел я шторморезы протестить, поэтому мы его не улучшаем, а снаряжаем. Так, он фиолетовый, значит... Давай вот так вот сделаем. Вся команда фиолетовых у нас будет. Я такого еще, по-моему, ни разу не делал. Поэтому посмотрим, как они будут себя здесь вести. А нам дают соляночку. Ладушки. Давай посмотрим, кто кого. Кого бы нам тут лучше? Давай этого, наверное. Так. Влупляем дальше. Блин, ну они тоже нас тут довольно быстро чикрыжат. Ой-ой-ой. Я бы даже сказал, очень быстро. Но мы одного убрали быстрее. Так, тихо, дальше. Трындец. Я не помню такого, чтобы они промахивались так часто. Кому-то сейчас крышка, я даже знаю кому. Понятное дело, да? Зашибись, шторморез. Ты, конечно, меткий. Прям нет слов. Так, кусаем. Слушай, мне надо накопить на супер атаку. Вопрос в том, смогу ли я накопить. Бабах. Отнимай здоровье у всех драконов. Ну-ка. Во. А себе в основном. Вот это круто, ребята, вот это классно на самом деле. Мне нравится такой подход. То есть, типа вампирика, да? Мы забираем здоровье у вражины, восстанавливаем себе. Так, парень, тут я не знаю, как нам с тобой быть. Давай, наверное, влупим так. Битва титанов, да, грубо говоря. Кто кого? Так, в немоту мы его отправили. Предположим. И я понял, что он сейчас сделает, ребята. У него немота сойдет, и он сделает супер удар. Но если... Нет? Тогда все, тогда ему крышка, ребят. Нам повезло, он мог бы сделать супер удар и уничтожить. Но ничего у него не получилось. И опять обычный пак. Забираем с тобой пак вождя. Смотрим, что у нас тут. Шторморез, шипорез, громель, водорез. Слушай, а давай будем честны. Команда фиолетовых не особо хорошая здесь. Вообще, я бы даже сказал, плохая. Давай попробуем с тобой сыграть. Команда зеленых у нас уже была. А если я сделаю вот так вот? Да елки-то палки. Я знаю, ребята, что беззубик у меня... Подожди-ка, мы же можем... А, нужно больше жетонов. Давай-ка мы сделаем с тобой так. Сыграем за синих. Команда из синих будет у нас. Так, снарядить сюда. Так, кто у нас еще по уровню? Ну, вот Грамгильда. Вот сюда. Пробный, так сказать, забег. Не знаю, что из этого получится. Сейчас посмотрим. Ну, давай, давай, давай уже. Так, здесь зеленые, красные и фиолетовые. А что такой слабенький удар-то? А, ну правильно, мы 9 уровня, он 13-го. Что я хочу от беззубика-то еще? Давай вот так вот сделаем. Я понял, что они сейчас тут собираются сделать, ребят. Расписать мне... Не, ну это, конечно, трэш. Это, конечно, трэш получается. Это никуда не годится. Не-не-не.
команда синих просто сфейлилась. Я думаю, что самое эффективное — это команда зеленых. Вот как по мне. Я офигею с тебя, парень. Просто офигею. Промахиваться раз за разом. Уже третий раз. Все, вот получил он люлей. Нет, это не то. Это бред. Ну, я хотел проверить, я проверил. Все, вообще моментально их расписали всех. Возможно, из-за того, что у нас слабенький уровень. Но это не оправдание. Давай-ка я обратно сделаю команду зеленых. Так, ветрокрыло поставим. Дальше у меня был сарделька. Снаряжаем. И вот либо древоруба можно взять, либо громобоя, либо этого громля, либо вострозуба. Хм. Громорог, но он 6 уровня, ребят. Улучшить я его тоже не могу. Ну, давай древоруба, наверное, возьмем, да? Я просто помню, как-то давным-давно у нас вот такая вот команда была, и она довольно неплохо бомбила врагов, но там и уровень врагов был, извини меня, не 13-й, 15-й, а, по-моему, там 9-й, 10-й, это максималка. А тут ты посмотри, насколько они сильны. Ладно, попробуем сейчас расписать их все-таки. С кого тут начать? Давай с этого, с шепота смерти. Бабах! Началось, да? Конечно, началось. Так, мы можем усилить наших ребят. Ё-моё, да что ж вы за ветрокрыло-то все взялись, а? Ты посмотри на них. Да, что-то как-то... Что-то как-то ребята тут бомбят нас. Очень ужасно бомбят. Так, раз, два. Они сейчас втроем сходят, ну-ка. Мне кажется... Мне кажется, у нас шансов нет, ребят, здесь на победу. У нас слишком слабенький уровень. Вот очень слабенький уровень, ребят. Только из-за этого. Ну, посмотри, у нас 10-й, 8-й, тут 12-й уровень. Ну, куда? Я давно не помню, чтобы так часто я проигрывал. Третий бой подряд. Фейлюсь. Да. О, все, по-моему, нам крышка. Фига он тут сделал защиточку себе. Нет. Нет, ребята, не катит. Единственное, что я могу нам предложить, это ставить драконов, у которых максимальный уровень. Только так. Ну, то есть ты понимаешь, да? Мы не вытаскиваем это все. Только лишь уровень здесь решает. Даже уже плевать, как говорится, на его стихию или еще что-либо. Вот Костолом у нас, например, есть с тобой, 11 уровня. Давай мы его снарядим. Да чтоб тебе. Вот сюда я его поставлю. Смотрим дальше. Кривоклык. У нас с тобой 11 уровень, да? Водорез. Кстати, водореза можно попробовать, ребята, поставить вместо сардельки. Ну тут, блин, два фиола. Не хотелось бы мне два фиолетовых, ребята. Вот сарделька, когда получит титана. Кстати, а давай посмотрим, сколько там нужно ждать еще, чтобы он титаном-то стал. Валка, ты где? Вот здесь. Так, это он же, да? О, так мы ускорим. Теперь главное, чтобы получилось у нас. Понятно. Ну, зона увеличивается, ребят. Забрать. Так, давай посмотрим, сколько опять потребуется. Вот это же, да? Давай я ускорюсь. Ускорюсь. Ну, сейчас-то хоть шанс будет. Да иди ты в пень, ё-моё. Ты что, специально так делаешь? Зашибись. Давай еще. Я в шоке просто. Это благо у меня руны есть. Давай, закончим.
Ну, посмотрим. Прикинь, сейчас, и сейчас не попадем. Нет, сейчас нормально. Ну и каким ты у меня станешь? Ух, ё-моё. Вот это да, вот это круто. Ну-ка. Не хватает. Чё там не хватает? Рыбы? А у нас рыба-то с тобой есть, нет? Нету. Так, рыбы нету. Секунду. Тут я хочу посмотреть, чтобы улучшить. Да, нам нужно с тобой всего лишь двух драконов прокачать теперь. Как я тебе говорил, это, скорее всего, будет древоруб. Ускоряем, ребята, ускоряем. Я уже не могу просто ждать. Зачем я ускорился? У меня все равно рыбы нету. Тупица, а? Так, что у нас тут с тобой? Что они мне тут показывают? Кто-то сказал, Рэй, купи изваяние. Ну, давай посмотрим, сколько у меня. 75, ребят, ну что, я пока ничего не могу взять. Нужно как минимум, ну, 90, да? Чтобы вот изваяние героическое не дает противникам уклоняться. Вот это будет прикольно. Только я не могу понять, что значит на максимальном уровне. Не знаю. Изваяние. Так, плюс 10. Больше трофеев за каждую победу в схватке. То есть плюс 10 трофеев, да, будет попадаться нам. Минус 4. То есть на 4 боя меньше нам нужно, чтобы получать пак. Так, а здесь, ну, выводить детеныша быстрее. А здесь у нас обучение идет быстрее на 15%, как ты видишь. Это уже пошли у нас для наших драконов элитных. Изваяние ветроду. Это что за изваяние? Повысить эффективность сбора всех драконов. Ну, это, как ты понимаешь, по ресурсам. Каждый дракон будет собирать больше ресурсов. Ну, 72% не кисло, да? Так, что у нас еще с тобой есть? Давай посмотрим наш якнок. Ой, ну да, в принципе, якнок. Сколько мы его накопили? 4000. То есть мы можем с тобой вот уже взять ледяного громолёда за 400. Но я вот хочу ледоцыпу. Сколько там еще осталось? 9 дней, да? Я думаю, мы накопим с тобой на ледоцыпу. Уникальный. Я даже не знаю, драконом его не назвать, но цыпленок уникальный. Потому что на безмолвного рыцаря я вряд ли накоплю. Хотя хотелось бы. Хотя хотелось бы. Но это 11 тысяч. Это фиг знает, сколько мне нужно будет играть. Так, что мы с тобой... А, ну мы прокачали, да? Я хотел беззубика-то отправить куда-нибудь. Куда-нибудь. Беззубик, что ты можешь так? Новая карта. А, на 55 уровне новая карта будет. Но жалко, мне не хватает... Хотя, подожди. А, академку дальше нужно улучшать. Ё-моё. Ладно, смотрим, что у нас тут тогда здесь. Ограничения, понятно. Так, смотри, у нас с тобой нету песчаника. Нету шипоспина. Нету песчаного призрака. Креветок, кстати, нету. Сладкая смерть. Может отправить его за креветом, ребята, а? Ух ты. Так, острокоготь, а он у нас есть. А вот это что? Этот у нас тоже есть. Вот попробую вытянуть кревета. Ладно, я отправлю, ребята, его. Пускай летит. Заберем только награду с тобой. Все. Кстати, тут всего лишь одно задание. Че, попробуем, наверное, мы с тобой поучаствовать здесь, да? Кто у нас не участвовал? Так, ускорить. Тебя тоже надо ускорять, да? Хорошо. Тут, короче, ребята, неважно, выиграешь ты или проиграешь, главное просто поучаствовать. Можно любых драконов выбирать, в принципе. Давай возьмем так. Так, так. И вот так. К бою. Просто отыграем и заберем с тобой пак. Ой, ё. Ну ты понимаешь, что здесь нам в любом случае не пройти. Тут только беззубик.
только он. Погнали. Раз, два. Тут хоть всех выставили, все равно их разберут. Но теперь хватает. Да, не так долго бомбят маленькие кораблики. Это пупеть. Беззубик какой-то просто на один удар вот такой. Вот этот кораблик вообще, он просто на него посмотрит, он уже рассыпется. Поможем, наверное, да? Тырыч. Сейчас тут расстреляет наших. Вот и все. И сейчас этого также. Ну тут, скорее всего, мы проиграем. Да не скорее всего, а проиграем, ребят. Нас просто уничтожат. Но мы тоже, несмотря на то, что слабенькие у нас атаки, да, всего лишь там 8, 6, 8 и 5. Проблемки такие небольшие ему сделали, этому Элвину. То есть кораблики поуничтожали. Вот тут 3 корабля уничтожили. И тут сейчас 2 уничтожим. Так, ну вы, ребята, давайте, поднажмите, поднажмите. Чуть-чуть. Ну, отлично. То есть уже 4 корабля уничтожили. 5. А вот эти вот нас уничтожат уже. Мы подлетим быстро и, видишь, тут идет расстрел. Тотальный причем. Все, поражение. Ну, я считаю, что поражение это идет как за то, что мы с тобой участвовали в этом сражении. Ну-ка. Да, ребята, это засчитывается. Ну что же, получаем с тобой пак. Плеваки. О, 400 рыбки, 400 бревен, 600 бревен. Слушай, ну неплохо, я тебе скажу, нас тут побаловали. Рыбы, конечно, не так много, но зато бревен надавали. Так, ладно, мы с тобой немножко отвлеклись. Нам нужно с тобой дальше здесь выпендриваться. Так, что я хотел сделать? Так, я хотел взять... сардельку, где она? Точно я хотел взять? Давай попробуем вначале вот таким составом сыграть. Если ничего не получится, ну вот эти два фиолетовых, если не станут, как сказать, разрулить ситуацию, возьмем обратно сардельку. Так, два синих и зеленый, да? Фиолетовый против синих, самый смак. Погнали. Куда ты, вот, куда ты лезешь, а? Угу. Красный. Кусаем. Так, здесь, ух ты. Неплохо так бомбим. А этот у нас будет бафать. Бафать, конечно же, этот громорок только это и умеет. Причем он бафает и защиту сразу же, и атаку. Ну-ка, водорезик. Прекрасно. Ого, прописывает. Не по-детски. Ну что, минус один. Давай-ка этого, наверное, с тобой расчехлим. Да вот дудки тебе. Получи. Минус броня, да? Водорезу крышка, нет? Нет, ребята, все пока под контролем. Так. И вот так. А теперь что? А теперь вот так сделаем. Заблокируем ему способности. Пускай просто ударяет. Пока. Пока, Барсик. Ты был хорошим бойцом. А мы продолжаем это его блокировать. На-ка. Опа. Слушай, ну пока нормально, ребят. Пока нормально. Оставляем, да, этот состав. Попробуем добить аренку. Опять обычный пак. Но смотри внимательно, у нас здесь с тобой солянка. Громорок, пристиголовый и криво-крив. Давай, наверное, мы... О, громорука можно неплохо наказывать. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, что ты там творишь? Ага, у нас с тобой ни одного зеленого нету. Я думаю, что-то тут не то. А ну-ка, если мы укусим... А теперь вот так вот. Оу, да ладно, что, сразу же, что ли, его? Пумс.
Не кисло. Просто бамс и уничтожили его. Так, не прыгай здесь, пожалуйста, мне. Ты кого? Ага, фиол против фиола. Поехали дальше. Укусик. Блокируем способности. И плюс еще мне нравится, что он после блокировки еще отхил делает себе. Именно водорез. А сейчас будет массовая атака. Нет? Ну и зря. Зря ты, парень, так делаешь. Хотя он еще может успеть. Да, он может успеть. У него будет такая попытка, но это его не спасет. Ясно все с тобой, короче, парень. Ну, ты сам все прекрасно видел. Вроде бы неплохо получается. Оставляем. Ну, здесь типичная солянка у нас получается, да? Прям вот типичная. Так, красный, конечно же, против зеленых. Так, куда ты прыгаешь, а, парень? Нам надо... Оу, давай вот так сделаем тогда. На-ка. Пробивной. Почти ушатали. Чуть-чуть не хватило, ребят. Оу. Так, костолом против кого? Понял. Теперь наша очередь. Ну, во-первых, добьем. Так, ты в кого? Понятно. Так, а теперь будем... Блин. Теперь будем... Будем блокировать, наверное. Или лучше нам понизить защиту. Ну-ка, блин, что-то как-то... Что такое живучий-то, а? Давай так сделаем. Так, сейчас два раза ходит он. А я так и думал. А я так и думал, ребята. Жалко водорезика. Слушай, ну мы обязаны с тобой затащить эту каточку. Ух ты. Снижает защиту всех драконов. О, еще и блокировка. Хи-хи. Попробуем, ребята. Так. Твою ж налево. Бомбим. Так, теперь займемся этим кривоклыком. Ну что, один на один у нас, да, получается? На тебе. У него тоже суперудар есть. Ну, по-моему, он доигрался. Да. Костолом порвал его. И это круто. Забираем наш пак вождя. Второй. Лаварык, древоруб. Так, парящий прихвостень и громорог. О! Кривоклык, по-моему, готов прокачаться, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Да, да, ребята, 12-й левел. Ну неужели? Неужели наши дела пошли в гору потихоньку, да? 12-й уровень, это уже практически второй крутой после Барсика у нас получается, да? Да, так и есть. Идет Барсик 13-й уровень, потом идет Кривоклык. Отлично. Так, вот жалко, что обычные паки у нас с тобой здесь только навыпадали. Ну да ничего. А ты чё стоишь-то? Иди, иди вон, древесину добывай. Прохлаждается он там у меня. И этот тоже прохлаждается, а? Посмотри на него. Так, а у нас кто-нибудь у Валки качается, нет? Нет. Никто не качается. А что, я никого не могу отправить? Древоруб, ты как? Ага, древоруба нужно вначале прокачать. А с рыбой у нас все очень плохо. Ясно. Значит, короче, вся загвоздка только в рыбе. Как только рыбу мы с тобой добываем, будем отправлять на прокачку. Ну что, дорогие друзья, на этой ноточке я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!